не пожрать ли мне на камеру телефона, потому что камера разряжена. Привет, зритель, снова. Это очень вкусненький салатик, который я сейчас снимала на камеру телефона. Тут кукурузка, яичко, сырок, майонезик и соль. Так как телефон у меня стоит на стедикаме, я не очень врубилась, как бы так поставить, чтобы все было видно. Но я видела один АСМР, где человек ел и тарелку прям вот так вот держил. Может, стола у человека не было. Надо взять салфеточку, а то как-то не камельфо. В смысле, это бумажное полотенце, бумажное. А ничего, зрители, если я буду просто вилкой поднимать, ты будешь эту вилку видеть. Будет выглядеть, будто бы оно где-то вот из небытия достается. Вон в той кастрюльке варились яйки. В смысле, яйца куриные. Я, правда, чайник не ставила. Помогает освещать нам кольцевая лампа. Я очень честно постараюсь смонтировать в ближайшие дни обзор на нее. Можно сейчас поиграться со светом. Второй день на ужин у меня какой-то салатик. По идее, наверное, надо какой-нибудь хлебушка, но что-то мне неохота. Если хлебушка, у меня только белый. Что-то я так обленилась, что давно не пекла самопальный хлебушек. Как-нибудь я запишу то АСМР на камеру, соответственно, с микрофончиком, где буду шептать и хавать. Кошка мяучит. Кажется, она сила выйти из ванны. Твоя еда есть. И на стул не прыгай. Или эту самую штучку не бери. Я сказала, на стул не прыгай. Вот ты ее не видишь. Но она тут приперлась хулиганить. Кошка, помаши этим будущим зрителям лапкой. Я хотела запустить стрим с этого телефона через эту приложеньку, но что-то так геморно. Я решила, что лучше поесть просто.
На наше счастье, она свалила просто на окно. Без попыток повалить палку с Садикава. Я пытаюсь оградить салатик со столом от кошки. Алиска, я даже не уверена, что это борщ есть. Хотя после того, как ты слопала мою сгущенку, которая была приготовлена для ладушек, возможно, все. Сегодня мне попался довольно жирный, но голодный котик Вася. Года два назад он вывалил раза в три поуже, чем сейчас. Это тот котик Вася, которого я сняла в виде шерсти. И пофоткала с дерева. Кошка, я разрешаю тебе осторожно вернуться там, где была. Ну или вот здесь. Ты видишь только ее ход. Я дам тебе немножко потом на пробу. Сожрешь, не сожрешь. Но в тарелку хозяину не ешь. Не лезь, точнее. Блин, я же хотела заснять, зафоткать процесс, я, правда, на камеру на телефон заснимала, не получила эту. И закинуть потом это в купайк. Ну, может, потом на монтажке из видео кадрик какой-нибудь вырезать. Заболел, значит, маленький человек. Лежит в температуре. Пытается врача вызвать, а врач не идет. Второй день лежит в температуре, а врач снова не идет. Третий день лежит, ну, та же ситуация. Четвертый день температуры уже нет. Врач говорит, ну, слушай, ну, подумай, что ты там лежал 3 дня. Маленький человек с температурой высокой. Приходи ко мне сам, ножками. Приходит, значит, человек сам ножками. А у него такая очень вирус такой суровый. Где-то 2 часа в очереди постоял этот маленький человек с этим суровым вирусом. Перезаражал кучу народа. Ну и врач, до которого все-таки дошли. Дошла когда очередь до маленького человека. Врач говорит, ой, слушай. Ну, у тебя ведь и правда этот такой самый суровый вирус. Давай возьмем у тебя анализы. И обратно неделю дома еще посиди. Мораль всей башни такова.
даже не то чтобы мораль, но суть ситуации, когда второй или третий год подряд якобы борются врачи не только с какой-то очень суровой болячкой, только на словах, на деле это выходит совсем наоборот. А после наверняка будет статистики, что в городе Н внезапно заболело энное количество человек. И стопудово каждому из них врач будет отказываться приходить под разными причинами. Тут уже так это поменьше остается. Я, наверное, хотела очень есть. Я уж не знаю, как тебе показать, на мне сидит это животное. Ну, как бы сказал дедушка, много есть, невелика честь, только обжоренных зовут. С другой стороны, кошка свалила. Да, наверное, все-таки надо оставить это нож на завтра. Крышечкой покрыть. Чайчик заварить какой-нибудь. А чайник оказался горяченький. Я забыла, видимо, что я его грела. И он тут такая красивая чашечка, которую я вроде в стриме показывала. Тут зеленый чай с жасмином. Чай китайский из магнита обычный, самый дешевый из дорогих. И это самое, как бы, жасмин с нашей деревни. Тут у меня есть самопальная конфетка. На основе финиковой пасты, обваленная в кунжуте. Иди сюда конфетку. Я ее буквально сегодня сделала. Смотри, вытер, какая конфетка. Конфетка. Сейчас мы ее с чаем дерябнем. Берешь финиковую пасту, разминаешь ее. Выдавливаешь миску, в которую до этого засыпал кунжута. Обваливаешь в кунжуте, потом на кусочки раздираешь, снова обваливаешь. Пальцами шарик создаешь. И будьте счастья. Дешево и сердито. Ну, не сказать, что дешево, потому что финиковая паста не настолько дешевая. Да и кунжут, в принципе. Но, думаю, дешевле, чем полезнее, чем какие-то покупные конфеты. Или дешевле, чем такие же конфеты, но в коробочке в красивые, продаваемые, допустим, на зон. Кошка действительно ела салатик. Но, судя по тому, что у нее миска осталась, до конца она его не доела. Хотя я всего лишь одну вилочку дала. Чисто на пробу. Не знаю, слышно или нет, но хоть у меня небольшая щелочка, но там орут довольно громко личинки на улице. Я выползла сегодня на улицу, как-то было прохладно, не то чтобы как бы не холодно, но ветер холодный, думаю, ну потом еще вылезу. Пришла домой такая полусонная, да и была такая же, но что-то как-то это, подозреваю, что больше уже не выйдет на улицу. Кошка, ты определись, или ты на окне сидишь? Или ты сваливаешь куда-нибудь совсем? Главное, за палец меня цапает, коза такая. Может, цветочек погрызть, я тебе разрешаю. Сейчас я сооружу еще одну конфетку. Маленькую.
Не надо тут идти, ты мне свалишь тут этот стадикам нахрен. И хурму не надо жрать. Конфетка 2. И не надо это грызть. Вот что за животное, блин, а? У меня тут есть апельсин. Я его сейчас ногтем подру. Ну, пошла на микроволновку, там и сиди. Теперь у меня палец в апельсиновом масле. В апельсиновом апельсине. Это, конечно, нестандартный мукбак. Не видно, как я тут все это хаваю. Ну, как оно стоит внизу, помимо меня. Но меня вот приспичило. А камера развязана. А на ветку через какую-нибудь там брогу, типа Мавави, я еще не пыталась записывать. Ну, как бы тут... Ну, неудобно мне. А где-то еще тут была заварочка. Заварочка. Целый большой чайник. Как я сегодня пришла к выводу, ну как бы без холодного-то душа совсем как хреново, да? Но лучше всего сначала принимаешь теплый душ такой, потом я конфетку мерчу, будущую чуть попрохладнее, совсем смываешь пену геля, все-таки лучше теплой водой, ну горячей теплой такой водой, а потом уже стоишь постепенно охлаждая воду, убавляя горячую воду. И окачиваешься окончательно уже холодно. Вот тогда вообще кайф. И тогда они... Как холодно-то. Когда сразу вот такой холодный, а тут вот постепенно. Я решила, что так и буду теперь делать. На как-нибудь... Вчера что-то мне сил не хватило, сегодня не знаю. Но, наверное, завтра сделаю себе наконец-то в ванну с пеной. Конфетка. В морозилку или в холодильник кидать не надо, сразу практически готовые. Из видовых ингредиентов. Семена кунжута белого. И готовая из пачки. Финиковая паста. Ты, конечно, можешь потом туда, если будешь такое делать, кучу всяких сухофруктов, орехов дофигачить. Ну и с кунжутом вполне нормально. Я вообще видела, как бы и рецепты продавались на Озоне, то же самое, плюс еще кокосовая стружка. Но у меня кокосовая стружка где-то там на балконе, а тут все под носом. Малюсенькая чашечка. Да, сзади меня как-то видно мисочку с салатиком. Я тут жую, не вижу там. Микрофон-то вообще улавливает мое жевание. Поэтому тыркаюсь ближе к телефону. Так, хватит жрать. Максимум можно сейчас еще просто чаю попить. Запить то, что елось. Ну, учитывая, что у меня такая малюсенькая чашечка. Сниму-ка я крышечку, чтобы она не упала, на всякий случай. Уж сейчас тут наклонять буду. Много заварки нафигачила. А тут просто обычная вода. Горячая. Фильтрованная, согретая. Ну, так как я сюда заварки что-то нафигачила вообще где-то половину чашки.
Я так что-то подумала, у меня там одна новость, тут одна новость. По ходу дела в моем окружении это будет год богатый на личинок. Я-то еще, так понимаю, мягко выражаюсь. Хотя у меня есть, ну, знакомая моя, знакомая, 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 ну, в общем, с дальнего окружения, как это знакомая, которая, собственно, дитё так называют. Не какое-то там, а собственное. И считает это норм. Ой. А вот есть, типа, как бы best friend, он довольно грубым словом называет этих личинок. И там тоже идет из семьи. Видимо, это будет чашка после той чашки, которая шла на запивку. Я часто в гостях запиваю чай или водичкой, или чай вот с конфеткой, а потом еще чашку, которая запивает этот чай с конфеткой. Все что-то меня так поперло обратно на зеленый чай. Не знаю, делают так кто или нет. Или только я. Вообще говорят, что зеленым чаем хорошо полоскать зубки, если они вдруг у вас там болят или типа того. У меня даже есть специальный микшированный сбор. Ну, изначально я когда-то покупала, потому что все такое покупное было. А потом я уже по образу и подобию на основе зеленого чая создавала какой-то денча вроде чай для зубов. Ну, в смысле, когда они там болят или типа того. Не трогай мою штативину с кольцевой палкой. В смысле, лампой. Если сейчас стол фигакнулся, то эта кошка отпружинила от него. Ох. Ну что, спасибо тебе, зритель, за компанию. Это такой был необычный мукбанг. Совершенно спонтанный. Ты видел по большей части только то, что подносилось ко рту. Или в руке. Ну уж, извини. Но если тебе вдруг зашел такой формат, дай знать комменты. Я, может, еще что-нибудь похаваю вот таким образом на телефон, на стедикаме, с лево по борту кольцевой лампой. Пока. Чавк, чавк, чавк.